приятные позиции тут и на щите, и на зеленом, на точке А, но прилетает. Экскюрейт, именно на его плечах оборона всей точки А, пытается вантапать хоть по кому-то выходящему, но получается сделать энтри-килл BNT. Ситуация 4 в 4. Ой-ой-ой, расправляться с машиной, сразу сбивает двоих через смоки. Экскюрейт максимально коварно пытается играть, бомба лежит. Сильно дамаженный Диди ретируется, Экскюрейт терпит. Как только кто-то пойдет за бомбой, сразу он этого человека должен будет щелкать. Но не попадает, и в этом серьезная проблема. Тем не менее, все-таки удается дать свой минус. При этом Экскюрейт без армора пошел просто на таран точки. Возможно, все-таки слишком опрометчивое решение. Мистер Ву, 10 хп. И по нему была инфа. Ну, по идее, должны его закрывать. Потихонечку начинают стягиваться игроки команды Тайлу. Коварная позиция, опять же, от Диди изначально. Но шарта инициативно никто не вышел. А вот как раз-таки выход с монстра он уже нейтрализует. Минус бомба, времени 20 секунд. Для себя спирит, опять же... Тайлу в этом моменте не агрессирует, не сверх, ну вот подсадка в средней части раунда и хедшот по Диме. Четвером. Вот чем-то напоминает этот раунд против Форса. Опять же, вот в каком-то тупике находятся спириты и вроде бы вариативно здесь и пытаются туда-сюда перебегать по коннектору, но Тайлу такими уколами легкими и уходят. Выход 3 в 3 под базу Б начинается прямо сейчас. Капитан Мо за столбом. Отличные фраги, сотфиг дабл, но Диди на позиции. Да. Ну и Диди здесь не прощает. 30-патронная эмочка. Жизненно для соперника. То есть там двойные, тройные подсадки, какой-то разгрен. Так, через смоки БНТ. Ну это оптимистично, конечно, было прорываться. Тут и натопал, и замечен был. Достаточно легкий фраг для Сотфика. Ой-ой-ой, Спирит начинает казнить перекрестный огонь. Вместе с Амбоди хоронит всю команду Спирит. Банк или через мусорку, то могут и отвлечь. Ну, Дима пошел чекать. Ну, правда, пока что коннектор возвращается к душевым. Вот Экскюрейт, а вот и Дима. Погибает все-таки Сотфиг, но в любом случае большинство есть для атаки. Два игрока, хелпующие из дефолта, остаются. Ох, у Тайлу. Девайс для дафкоста, снайперская винтовка. И теперь игра чисто на бомбу. Бомба внешняя. Бентед попытается коротким стрейфом выйти. Даже Диди выпускает первого. Ну, наверное, все-таки стоило отталкиваться от Бентеда. И дафкост закрывает раунд. И, ну, правда, никто никого не начекал. Колди готовит раскид. Да, это будет выход Б на минуте тайминга. Саммари. Да ладно. Просто с юмпишкой. Выходит, делает первый фраг. Дают ему, кстати, здесь жить. Еще и уходить в позицию за столб. И есть у него тиммейты за спиной. Но все максимально комфортно для Тайлу. Все разобрано. В тупик попадает Team Spirit. И стрельба еще в этом моменте не идет. Калаш Колди. Он на шарте. Ну, отбивается, конечно, как может. Но нет, хватает его, кстати, на второй фраг и уходит. 35 секунд. Нужно сделать еще 3 фрага и довести все это до эйса. Бентед ждет. Экскюрейт с авиком. Колди чекает. Дает минус. Третий пошел. Ну, авик. Авик может наломать все. Так, промахивается. Авик, знаешь, как жестким минусом может так и плюсом быть. Ой-ой-ой. Никто не попадает. 15 секунд. 13 патронов. Колди. Колди. Ну, хедшотик не прилетает. Сетпайт до конца. От начала и до конца. Здесь стенка на стенку. Никакого преимущества по факту для Team Spirit здесь не будет. Уже BNT делает этот фраг. Зафура тиммейт ему помогает. Пошел расстрел. И Team Spirit в очередной раз попадают в капкан. Так как важен какой-то фраг. Потому что собраться в один единый кулак атаки они уже не смогут. Сотфиг начинает прорываться. Мы видим по длине энтри-килл. Сандаянг уже на респе. Колди размен. BNT еще один минус. Где? Где фраги? Где вообще? Что за карнавал? Что, куда мы, идет что бомба? Мы смотрим? Тайлу ничего сами не понимают, но тем не менее просто на рефлексах справляются и отстреливают команду Team Spirit. Я бы хотел посмотреть пистолетный раунд, где бы ЦЗшка потратила 5. Все по головам. Возможно, чуть попозже. Дафкост. Первый минус есть. Залетает флешка. Сотфиг за углом. Хелпа несется. Дафкост. Еще один хедшот. Ну вот-вот. Пошла. Пошла игра. Ну и тут уже Тайлу. Попадают в капкан, ничего сделать не могут. Походу 5 в 0, если какого-то чуда не случится. Давят, уже чуть ли не на ноже побежали. Здесь максимально короткая дистанция. Шить надо сразу. Первый пошел. Второй пытается дергать. Выходит третий сотый. И все-таки минус сотый. Дафкост отрабатывает на размене. Тут же неподалеку капитан Мо длину уже прошли. Он опасается второго в этом моменте. Тем не менее, все-таки врезается в спину Вадиму Васильеву. И некие претензии на взятие этого раунда у Тайлу появляются. Дима. Не увидел, не увидел слева оппонента. Самбоди был флешонный. Буду ждать. Team Spirit, есть киты. Ну, тяжелейший на самом деле момент. Сам Даян дожидается тиммейта. Тиммейт просто-напросто терпит за смоком. Потому что нужно убить Бентета. Хороший фраг. А как же так Бентет подставился? Один в один в итоге. Так, ну и Экскюрейт. В попытке играть на бомбу нужно торопиться сам Даянгу. Выходит Экскюрейт и делает этот фраг. Ну. Нашли его. Все-таки торчал кусочек текстуры. Диди моментально на это реагирует. Сотфик. Так, ну,
слышит момент установки бомбы. Бомб кэрри нащупать здесь спреем своим ему не удается. Его уже так потихонечку обходят в спину. Сотвик все-таки разменялся 1 на 1. Но это самбоди, самбоди жесткий. Есть. У Сотвика 20 хп. Есть, походу, инфа. А если хп? Оп, голова, до свидания. Срана. Тут команда Тайло, это хороший шанс для того же Димы сделать фраг. Ой-ой-ой, дожал. Самый лучший спрей в его жизни, но главное, что два соперника лежат в горизонтальном положении. Бомба ставится в этот момент. Попытка сработать Тайлу на экономику. Силы в виде живой силы же тают. И Бинтет последний, ну, съедают его. Раз сложно здесь будет. Вот много или все зависит, опять же, от сил опорников. Как стреляется Дима на токсике. Молотов ему не прилетает. От этого становится чуть полегче. Смачок под себя. О, и, ну, колти фраг делает. Есть размен. Команда Тайлу. Дима все-таки сгорает в этом молотове. Спина несется. Сотфик торопится, но не успевает. Теряют поочередно тиммейтов. Сотфик. Ну, ждет спину. Ждет Давкост. Как только Сотфик придет, Давкост здесь будет действовать. Не стреляет два раза, ну. И это ГГ. Хотел увидеть команда Спирит. Уже энтрикил, уже минус экскюрейт. В ответку все-таки Бентет разменялся Давкост. Так, ну готовы уже к этой самой спине. Тайлу здесь вдвоем аж стоят. Если первого перестреливать будет, то, возможно, даже второго ожидать не будет. Дойдет ли дело до второго? Алло, Бентет. Индонезийская машина для убийства. Так, по инфе Колди сыграет. Смачок прилетает на арку, приходится открываться, чекать, а тут еще и двое. ЦЗ-шка у Самдаянга заехала. Колди, тем не менее, все-таки разменяли. Сотфик за сеном, кстати, довольно-таки неплохая позиция. Можно одного и то и двоих убить. Там еще и дамаженный бежит первый. Тут отлично Самдаянг врезается в спину. Начинают серьезные проблемы уже у китайского коллектива. Тайлу терпят бедствия в водах Атлантического океана. Самбади последний, бомбу подбирает, но проблем слишком много. Натопал. Но второго не буду ждать. Опять же, надо фраг первому делать. Второго, скорее всего, ждать не буду. Чекают фрифайром. Первого снимают. Колди, Колди, дружище, где фраги? Дима где-то делает два. Три в три. Сильно дамажные. Тайлу, вот трио заходит. Ну, пытается пока что заходить до конца на базу Б. 20 секунд времени до окончания этого раунда. То есть понимание того, что это до конца точка Б должно уже Team Spirit быть. Горит Колди, приходится ему выходить, выпушивают, убивают. 2 в 3, а ВП в ретейке. Давкост ничего не видит, ставится бомба, это не мешает ему абсолютно. 2 в 2. Время опять работает на коллектив Team Spirit. 6, 5, 4. Бомба ставится на тоненько, а второй прострел. Давкост не помогает, но приходит банан. И выбрасывали Тайлу. Осталось только флешка, нужно заходить до контакта. Сотфик не справляется с капитаном мода. Вкост остается один, Колди на хилпе. Живет на дефолте со снайперской винтовкой. 2 в 3. Нужно Вадиму Васильеву здесь жить, но не позволяют. Все-таки активные действия его пресекают. Дима остается один, и Дима будет сейвить. Бандурка на базе Б уже ничем помочь не может. Качественный или нет работы гранат от Тайлу. Пока только флешки. Молотова под Вкост никакого не прилетает. Диму снимают. Вадим Васильев отвечает, но не дважды. Одного фрага будет недостаточно в этом моменте. Хороший прострел от Сотфика. 2 в 2. И там два ВП, ты посмотри в атаке. Они поставили бомбу. Один за столбом, один в темной. Перетрансформация уже этих позиционок. Все видит Сотфик. Не добил. Если хаешка нет, ничего нет. Самдаянг. Кидай флешку. Там лоу. Ну, добивают Каленова. А где второй? Непонятно. Ждут банана. А он сам выходит. Жестко 1 на 1. Есть контакт. Первый. Это слишком и не близко. Опа! Контрагрессия, не ждали! Два. Ай, хотел подбирать девайс. Это жадность. Ну, Давкост останавливает капитана Мо. Тем не менее, 2 в 3. Тайлу. Так, ну, изи-фраг должен быть. Давкост поторопился. Благо, есть тиммейт. Поддержку Колди все-таки разменивает. Бинтета. И остается один экскюрейт. Что происходит? Это начались приключения на релоде. Все-таки давили экскюрейта. Конечно, кого-то пикнуть. У них 2 ВП и 3 ЦЗ-шки. Опа! Но ВП уже потеряли. Экскюрейт закрыл Давкоста. Сотфик уносит все-таки снайперскую винтовку. Наконец-таки добивается успеха. Очень долго он здесь пытался. Сам Таянг в ЦЗ-шке. Это уже неплохо, но опять же не отпускают. 2 ВП и ЦЗ-шка против четверых игроков Тайлу. Вы видели, откуда Бентет убил? С самого начала второго мидла прострелом убегающего вот Самдаянга зачем в коврах. Бентет стоит постоянно там. Наконец-таки пригодился. Ну а здесь Сотфик развлекается с снайперской винтовки 2 в 2. Знает о том, что один проходит уже за сигаретный дефолт на точку А. Ну и торопится второй. Ну, Сотфика выхватил ее, пошел вперед. Главное быстро, чтобы залетело по экскюрейту. Либо он здесь тянет время. Но закрывают капитана Мо. Теперь понятно, где находится последний. Кевин. Кевин раз. Сотфик, ЦЗ-шка в бой. Дигл или ЦЗ-шка, ЦЗ-шка. Так, ну, время. Диффуза ой, есть, но времени не нет. Успеет. Последний раунд, какая разница, погибает он или нет, Team Spirit будет. Ну, сориентировали Spirit, зашли в незащищенную точку, все зачекали. Спина, ой-ой-ой, погиб Колди, вот это уже опасно. Б
бомба в этот момент ставится. Самдаянг решает, пушить ли ему здесь церковь. Делает это вдвоем с поддержкой тиммейта. Короткие дистанции, головы полетели. Отличное исполнение. Но не до конца. Дав Коста и последний Дима против троих. Дима на дефолте. Оу, слишком опасно. На самом деле в меньшинстве с отсутствующими гранатами чисто по стрельбу выходить под китайцев и индонезийцев. Бентет, еще один фраг в этом раунде. Это уже второй. Молик, третий. Ну, два смока все-таки было у команды Spirit. Правда, не могут пока пройти этого Бентета. Четыре. Какой же жесткий это будет тейс. Пять. Стать. Два фармгана на острие. Уже начинает подергиваться тут Капитан Мо. Ну, тут все разобрано. И треугольничек такой, что его и не пройдешь по факту. Замечает на балконе позицию. Тем не менее, Колди сработал. Хедшот. 3 в 2. Большинство для коллектива Team Spirit. Бентет. Не знает про Дав Коста. Да, погибает. Тут же приходит Самбоди. 1-1. Он тащит. Подряд он это делает. Дожидается Молотова. Все-таки хочет занять за стенкой позицию. Его просто не чекают. Два минуса. То, чего не сделал в предыдущем раунде, Somebody делает в этом. Это просто 1200 долларов, приветики сладкие и 5 в 3. Ну что, если в прошлом раунде не дали разменяться, то в этом раунде как раз-таки ровно на двух. Видишь, Somebody? Здесь с контролем каждый каждого. По идее, Тайло рассчитывают на хороший размен. В спину уже душит Somebody. Колди. Диди забыли, я никто не чекает. Диди не палится, он теряет двух тиммейтов. Приходит спина, теряется уже и бомба. И остается ситуация 2 в 3. 2 секунд времени. Сильно дамажный погибает господин Самдаянг. И сильно дамажный Колди на балконе так и застыл. Знают, где он. Сков будет попроще на дистанции, скорее всего. Хотя у Капитана Мо здесь Дигл тоже может зажечь. Не попадает с первой, со второй. Там три человека. Флешка. Все в линию. Да. Своего еще застрелил Самдаянг в линию в эту. 2 в 4 по итогу. Неужели очередные допы? Спина приходит. Расслабьтесь, друзья. Федор в студии. Скорее всего, это овертаймы. В линию по Дигл, про который был инфа. Ну, момент для Спирит. Бентет. Без позиции. Отлично. Не справляется. Отпускает гашетку и получает спрей в тело. Сотфик делает это. 5 в 3. С трех сторон нужно выйти синхронно. Сотфик чутка дают раньше. Время работать. Капитан Мо может сориентироваться в яме. Так оно и происходит. Просто постелил. Остаются 2 в 2. Капитан Мо, если справляется с грейвьярдом, то это, походу, все. Да. Колди. Колди сейчас. Косплей МСЛ, минус 4 нужно. Кровь из носа. Первого замечает. Пошел. Уходить не нужно, гранат не будет. Второй туда же. Бомба выпала. Колди. Пытается просто раскрутить его на мишот. Колди терпит. Ай-яй-яй, не смог забрать третьего. Ситуация 2 в 2. 17 секунд на пробегании. Кого-то бы убить. На халяву, Дима, надо шить. Халявы не будет, бомба станет. Эксекьюрейт уже устанавливает ее перед гробами. Ретейк без гранат. 2 в 2. Позиции близкие. Есть киты хотя бы. Забрали DD. Эксекьюрейт один. В тупике. Снайпер раунд. Главное, не по одному на него. Нормально выходит. То есть непонятно абсолютно. Хороший блайнд для Колди. Дима. Справляется дважды с позиции. 3 минуса. Один в ответ от Бинтета. И сильнодамажный Бинтет остается на двоих с Экскюрейтом. Тут очередной блайнд. Не могут добить Дима. Он все еще живет. 8 хп. Экскюрейт все-таки дожимает. Где хелпа? Ну, хелпа только несется. Церковь занимается вдвоем. 2 в 3. Бинтет очень красный. Полетели флешки. Под эту флешку классную забирает Экскюрейт. Делает этот Дав Кост. Просит. Синхронизация тайминга и действий была шикарная. Но не, Бинтет не так 5 прост. Секунд. 5 секунд. Бомба не ставится. Не лезь. Просто жить. Просто беги. Самдаянг. Пытаются аккуратно прям в смог заходить, чтобы бежать было пару шагов до Сотфика. Сотфик начинает шить по первому, пытается спрятаться в смоках, но вторую жертву уже не находит. Размен есть, 3 в 3. Синедамажный, тем не менее, Somebody. Ну, Колди с авиком. Ему там дамажный, недамажный, особо-то не важно. Прогоняет. В итоге Колди прострелом, никто никого не прогоняет. Ну, где хелпа? Самдаян должен уже быть ближе. Не нащелкал Дав Коста пропрыгивающего, но, тем не менее, информация есть. Хедшот с АВП, Колди, жестко. Уволен на ходу из авика. Эскюрей, тем не менее, до конца против двоих, 50 хп. Ну, будет жить и дергать эти снайперские винтовки. Можно надо девайс сменить, наверное. Как-то так, потому что АВП пока что там просто не летит. А вот теперь летит и бегут. Ну, интересно, вот в тупике игрок. Про эту позицию вообще мы с вами забыли. Минус Дима, герой предыдущего раунда. Тупичок не чекается, Диди. Он же господин Ву. Ну, два фрага, но тут расстрел. По тут одному вот всех убили. В моменте. Ну, там повторяется, кстати, и тайминг, и направление атаки предыдущего раунда. Единственное, что на одного меньше здесь у Team Spirit. Экскюрейт замечает руку. Это не ваншот, надо наказывать его за это. Нет, он сотого сбривает. Жестко недоработал Дима в этом моменте. Сквозь дым. Ну, тут там уже было понятно, у Сотфика слишком мало хп. Капитан Мо, нет, в этом раунде дела не будет. Да, нормально. Один раунд точно услышал, но вот вопрос, как подойти. Да вот так.
Коридор-то длинный. Попадать, четко, а прицел. Как Биндед развернулся, что там, шестое чичье? Это реакция азиатская. Он просто услышал скоп и за тайминг тысячи на секунды развернулся. Ну, один в один. Момент напряжения, Дима. Молотов под ноги, бомба пищит. Нет смока. Ну, экскюрейт просто не выйдет. Неужели первый в атаке? Да, да, бомба пищит слишком сильно. И не добивается никак Дима, но, походу, бомба вин. Если будут до конца заходить, но ничего, не начекал, уходит на Б. О-о-о. Никто никого не видел. Ой-ой-ой, вот это фейк. Вот это фейк от Тайлу. А здесь прожим банана. И теперь все должно быть прозрачно. Максимально быстро смещаться. Это в Коста в бок убили. Пленти один сам Даянг остается. Перестреливает. Здесь фраг пошел за трофейным девайсом. Пока его не видят за сигареты, начинаются проблемы какие-то со спины. Тим дэмэдж летит, непонятный для Тайлу. Дима на калаше. Выходит в точку. Самбоди, флешон и Дима убили. Последний сотник против троих. Это ГГ.